Здравствуйте! Хочу вам продемонстрировать, как выглядит шлейка Трикси для котов. Итак, вот упаковочка. Значит, шлейки бывают двух размеров. Есть для средних котиков и для больших. Я приобрела для средних котиков, где объем шеи 24 сантиметра, а объем грудной клетки 42. Обратите внимание, можно стирать при 30 градусах шлейку. Шлейка выглядит таким образом. Значит, две липучки. Одна на шее крепится, другая на груди. Довольно прочные липучки. И на шее есть вот такой вот зажим. Он не позволяет липучке самостоятельно раскрыться и высвободиться котику. Здесь колечко для карабинчика, что хорошо распределяет нагрузку на всю спину и на грудную клетку. И, собственно, безопасно для котика. Еще большим плюсом я нашла в этой шлейке вот такой вот поводок, который сделан из прорезиненной веревочки. И очень удобно и для вас, и для котика. Если вы случайно дернули котика, или котик случайно дернулся, то он не почувствует какого-то сильного движения или неудобства. В общем, отличная шлейка. Я очень довольна этим приобретением. Спасибо за внимание.